Всем привет, ребят! Еще раз сегодня, как обычно, у вас куча видосов. Вот так вот выглядит новый герой. Какой-то он как немножко недоделанный, судя по всему, не знаю. Не радует эта анимашка его. Возможно, вас радует. Пишите в комментах, что вы думаете. Вот так вот он выглядит. Судя по всему, герой у нас немножко кастрированный какой-то, я не знаю. Ну, недоделанный герой. Конечно, прикольно он выглядит в плане скилла. Сейчас вам еще раз скажу за скилл, прочитаю. Так, где там он? Ну, давайте 12-й скилл возьмем. Рассеивает усиление 5 вражеских героев. Это на максималке. Наносит 1090 урона и заставляет, кидает молчанку, также уменьшает исцеление на 90, увеличивает собственную скорость уклонения, ну, то есть уклонение на 45%. В общем, вот так вот. Давайте немножко его сейчас подкачаем, или давайте просто на минималках посмотрим, поставим ему того же самого ангела и начнем с подземочки, самой простой. Ну, чтобы так его не шатанули сильно. Так, убьет. Бьет, как видите, по всей карте скилл. Ну, как обычно, бьет по юнитам. Или это мне показалось, или все-таки бьет по юнитам. Сейчас еще разок. То есть ближнего боя герой. Сейчас я гляну, что у вас там творится у меня на премьерке. Люблю я писать видосики. Вы спрашиваете, как ты так успеваешь? Учусь и успеваю. Так. Давайте еще разок запустим. А, тьфу ты, это смотритель убил. Я думаю, что за фигня. Так, ближний бой. Уже, скажем так, минус. Какая-то вокруг него, это его аура. Значит, убираем сейчас смотрителя. Юнита он не хавает. Хорошо, значит, пробуем, убираем смотра. Идем еще разок смотреть. Но это все счастье. Так, да, бьет по героям, юнитов не трогает. Все, с этим разобрались. Ближнего боя герой. Отлично. Теперь пора нам немножко его качнуть, наверное. Я его по левелу качну, чтобы разобраться. Скиллы я ему качать не буду. Качаем его по левелу и тестируем. Немножко уже посильнее возьмем какую-то подземочку, чтобы были посильнее героя, чтобы как бы увидеть, что он действительно в реалии может. Потому что тут мы видим, что он их сливает. Так, ну давайте вот эту посмотрим. Но я думаю, его сейчас, наверное, шатанут башни очень быстро. Хотя под ангелом не должны. Не, ушатали. Ну, как видите, от стана нету у него защиты. То есть тоже, как бы с последних героев, это реально минус. Давайте тогда что-то попроще. Ну, что-то попроще тут не получится хорошо. Давайте где-то здесь. Вот так относительно нормально. Так, смотрим. Вот, накидывает молчание таким вот образом. В принципе, интересно. Смотрите, как атакуют героев. Так, набор энергии. Сейчас посмотрим, какой у него набор энергии. Это тоже немаловажно.
Набирает энергию очень быстро. Тут, понятно, его атакуют еще. Но нормально. Я считаю, что для подземок реально очень круто. Я не вижу, конечно, очень много миссов по нему. Ну, так как он еще не прокачанный на уклонение, там нету агментации. Ну, так вроде ничего. Какая вокруг него аура. Укидает молчанку. То есть в PvP-локациях реально он будет очень крутым. То есть именно для PvP-локации он нереально будет крут. Такое. Давайте теперь попробуем где-то так на экспедиции его затестить. У меня, конечно, он не прокачанный. Я, как обычно, вам люблю показывать во всех ракурсах героя. Чтобы можно было понять, как его качать, не качать, где он лучше, где он хуже. Давайте вот так вот сделаем. Так, ну это какой-то слабенький противник очень. Посмотрите, его хлопнул. Сейчас найдем кого-то посильнее. Ну, не настолько посильнее его, давайте против этого. Так, смотрим. Ой, отлично. Знаете, а мне нравится реально. У нас только ангел, но посмотрите, как чудесно. Какой-то по нему очень маленький урон, вам не кажется? Я не думаю, что у него там прям так не прокачанные, но урон реально очень маленький. Возможно, он себе даф режет. Интересно будет уже точное описание посмотреть. Интересно. Ну, он их, конечно, не убивает, как видите, но молчаночку кидает. А у нас там Анубис. Странно, они его не пробивают. Тут понятно, тут один смотритель ушатал сразу же. Да, набор у него вообще отличный. Так, понятно все. Ну, в общем, такое. Чисто PvP-шное, как по мне, герой. И на битву гильдии тоже, думаю, будет очень интересен. Будет интересен с новым талантом, когда он будет в инвизе. В общем, вот как-то так. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но реально мне он, честно говоря, понравился в плане того, что он какой-то своеобразный, скажем так, и молчание, и режет, и уклонение есть. Но чтобы это была имба, не знаю. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, но такое себе. Тут, понятно, его сейчас, наверное, стычки сольют. А тут даже вариантов нет. Давайте еще раз где-то на подземке забежим. Тут из-за ангела, конечно, урона много режется. Да, видите, тут ангел режет полностью урон. Но вот то, что он накидывает молчание сразу на несколько героев, это очень интересно. Вот давайте еще проверим, или он, интересно посмотреть, или он автопрокер. Для этого, я думаю, вы знаете, что нам надо сделать.
какой там 76-й, если я не ошибаюсь, на пятерку. Я уже даже забыл, что такое пятерки. Такс. По таланту я даже не знаю, буду уже тестировать подальше его, что он скажет. Так, пятерка есть, поехали, смотрим, автопрокер или нет. Если автопрокер, это реально очень много изменит. Да, ребят, он автопрокер. Это реально очень многое меняет. В PvP-локациях он будет нереально крут. Так, смотрим, вот у нас герои внизу. Оп! Круто. Реально очень круто будет. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Пишите, что вы думаете по новому герою. Ждите уже обзора с эволюцией и как я буду его качать. Все, всем удачи, всем пока.